Так, ну что? Что ж, решили мы опять попробовать половить в вчерашних точках. Вчера я только дымил. Вот. Там был с утра, некогда было. Как некогда был, проспал, грубо говоря. Сейчас будем пробовать. Какая-то. Хочу попробовать все. Все никак. Так что сейчас попробуем. Нашла. Блин. Побольше. Так, еще блеска, то видит теперь где она. Вот она. Блеска тонкая. 2.08. Еще и белая. Вот она, вся живцовая.
вот движка прям наверху. Такая жестевая. Забагрил, думал, что-то покрупней. Конюк. Мелкий, не представляю. Живцовый. Запуза. Ну стоять, ты выкручиваешься. Все крупнее, чем такое, ну что-то не хочет. Угу. Ну, что-то покрупнее, ребят. Забагрил. Нет, я думал, забагрил. Что это крупнее. Нет. Вся покусная, вот смотри. Вчерашнего дня результат дают. Такая.
Да, с такой леской, как в палатке ловить при таком ветре. Лучше не ловить при таком снеге. Такое, блин, хорошее. О, окунь. Ребят, окунь какой. Блин, такой нормальный. Красавец. Такой нормальный. Для нашего тут региона. Сравнить с тем, что который я плотут ловил. А дальше нет. Так, давайте мы чайку горяченького. Горяченького чайку. Как у меня? С вами такой хук один попался. Так, ветер у нас, не знаю, в какую сторону встать, так что ли, чтобы ветра не было. Ну что, наловил я немного там живца, плотвичку половил. Вот сейчас чайку попью, еще попробую на безмотылке, потом еще попробую на мормышку просто с мотыльем. Сегодня без жерлиц, без всего. Да и в прошлый раз ставил жерлицы, проверили все нахер. Вот, может быть, видео вставлю. Там посмотрите. Не знаю, как этих людей назвать. Поставил на ночь тоже. С утра приехал, все проверили. Все повытаскивали, короче, все побросали. Хорошо, хоть жерлицы оставили. Вот. Так что там кусок видео, сейчас, может быть, после этого вставлю, чай как чай попью, посмотрите, увидите. Так, у нас утро следующего дня. Мы идем, смотрите, проверку жерлиц. Работки есть? Раз, два, три, четыре, пять. Пять сработок. Такое ощущение, кто-то лазил здесь. Уже кто-то проверил. Вот так вот, ребят, а вы говорите. Шарился. Вот, и здесь тоже кто-то проверил. Все проверили. Значит, нехрен оставлять на ночь. Называется жадность людская. Жерлиц проверить. Здесь тоже
тоже что. Да, здесь он вообще обрезали. Или нет? А, нет, вот. Вот так вот. Все подоставали. Ночные жерлицы называются. Сегодня такая зачетная, самая такая хорошая. Стоять. Прям за краешек длина. Ага. Еще одна хорошая. О, окунь, ребят. Окунь. Так, ну что, будем собираться. Все, отловился я. Вот смотрите, вот что я тут поймал. Живцов. Тут нормально, так надо будет сейчас момент воды обновить. В общем, такие вот дела. Тут вот пару куней кому нокнуть. В общем-то, все, отловился так ничего. Нормально, как и планировал, ловить хоть какую-то рыбу, но я поймал ее. Вот, живец теперь есть. Ну и, в общем-то, отдохнули. Маленько хоть что-то половили. У нас как бы уже считается глухозимье, наверное. Вот, может быть, на днях что-то новое на речку выйду, а там уже видно будет что-то. Ладно, все, всем пока. Быстро буду собираться, закормлю сейчас луночки опять и оставлю. Все.